Всем привет! Планируя что-то, мы хотим, чтобы все шло по придуманной нами же модели. Но жизнь часто вносит свои коррективы, расставляет свои акценты. Давайте посмотрим, чего вы не ждете, но это непременно произойдет. Просмотрим вначале, в каких вы находитесь энергиях. Это будет преддиагностика, которая расскажет нам о том, чего же ждать вам. Итак, энергии. Смотрим энергии, а затем уже пройдемся по основным событиям будущего. В каких вы энергиях сейчас? Я вижу, что здесь какое-то серьезное обновление в вашей судьбе. Вы в чем-то поставили для себя точку по карте смерти, потому что это не имело продолжения, ну, во всяком случае, в том виде, в котором оно существовало ранее. Вы поняли, вы осознали, что так больше невозможно. И здесь вы правы оказались, потому что данная карта, она указывает на трансформацию. Ситуация должна трансформироваться, а значит, очень серьезно измениться. Карта трансформации – серьезная карта. Говорит о глобальных переменах, о какой-то полной перезагрузке в вашей судьбе. Возможно, вы к этому шли очень долго. Вы шли к какой-то победе по семерке жезлов. Это успех, это преодоление. Это как некий застой, который превратился в движение. В вашей жизни закончилась черная полоса, закончился период пустого ожидания. Вы зажигаете свой жезл. Это пока начало пути, рыцарь кубков. Это некий опыт, который в будущем вам пригодится. Вы что-то начинаете. Что-то обновляется в вашей жизни. Вы, возможно, повернули на какой-то другой путь, да, свернули. И, соответственно, что-то начинается. Но вы новичок сейчас. Вас высшие силы видят как новичка, как человека, начинающего что-то с самого начала. У каждого своя ситуация. Кто-то на новую работу устроился и начинает свою жизнь именно в плане карьеры, да, развивать как-то. Самореализовываться. Кто-то просто начинает все с нуля, потому что рухнуло все, разрушилось что-то. И это уже не подлежит восстановлению. Энергии неплохие. Карта смерти, конечно, сложная карта. Она говорит о том, что трансформация, процесс длительный. И, наверное, не сразу все будет меняться, не быстро. Но то, что вы выходите на новую линию, на новый путь, на новую дорогу судьбы, это однозначно. Как раньше, уже точно не будет. Или так, хуже точно не будет. Да, я думаю, что этот момент многих успокоит. Окей, с энергиями понятно. Теперь пройдемся по конкретным событиям. Чего не ждете, но это произойдет. События. Какие события будут происходить? Ну, смотрите, с неким мужчиной связаны будут ваши события, ваше будущее. Это, возможно, вопрос отношений, как деловых, так и личных. А здесь какая-то будет то ли сделка, то ли соглашение, то ли просто разговор, который выведет вас, именно вас, не столько его, сколько вас, на какой-то новый путь. Возможно, вы примете решение, потому что карта сила. Говорит она чаще всего о том, что человек готов к принятию какого-то решения. Он нашел в себе силы, энергию, ресурсы начать какой-то новый путь. Самостоятельный путь. Путь, который, возможно, вам неведом. Мы видели, что энергии новизны были. В преддиагностике, да, то есть вы что-то начинаете, но вы не боитесь, вы не страшитесь этого пути.
Вы понимаете, что приняв это решение, вы меняете свою жизнь к лучшему. Это интуитивный путь, путь сердца, а значит, он приведет вас к успеху. Возможно, вы не ждете этого разговора, вы не ждете развития отношений с этим мужчиной. Вы не ждете, может быть, знаете, от себя вот этой решимости, вот этой силы. У кого-то и так проиграется. Но проявите эту силу, вы покажете свою позицию. В чем-то принципиальную, наверное. Хорошо. Во что выведет вас ваша принципиальность, ваше принятие вот этого важного для вас решения, изъявление вашей позиции, к чему оно вас же и приведет. Но приводит оно вас к самодостаточности, к ощущению полной независимости, в том числе и финансовой. Вы понимаете, что вам придется очень много работать. Вы понимаете, что новый путь потребует от вас новых задач. И нужно будет искать ответы на них. Но у вас в руках крупный пентакль. Да? Смотрите, карта какая замечательная, одна из моих любимых, потому что она характеризует человека, неважно, мужчину или женщину, который самодостаточен, который независим от обстоятельств, у которого с финансами все в порядке, который стремится к саморазвитию, стремится сделать свою жизнь лучше, работать продуктивнее, продвигаться, развиваться, преодолевать какие-то преграды. Вы осознаете теперь свою силу. По карте сила. Это можно смело утверждать. Прошлое вас закалило. Что не убивает, не секрет, да, делает нас сильнее. Вы стали сильным человеком, сильной личностью. Вы открыли в себе какие-то возможности, какие-то способности. Вы взглянули на себя со стороны. Меня часто спрашивают в комментариях, для чего даются те или иные трудности. Для того, чтобы мы сами себя узнали лучше. Мы не знаем своих способностей, мы не знаем своих энергетических ресурсов, насколько мы сильны, что мы можем в этой жизни. Поэтому трудности закаляют и открывают нам внутреннее зрение на самих себя. Это очень важно. События, конкретные события. Финансовый какой-то успех, финансовое продвижение. Может быть, сделки какие-то заключенные будут, которые однозначно станут важным моментом. Моментом перезагрузки какой-то финансовой ситуации. Это изменение к лучшему, но вы понимаете, что вам еще работать и работать. Я так скажу. Но уже ощущение того, что вы свободны как личность, оно есть. Уже ваш внутренний мир совсем другой. И к прошлому вы уже не возвращаетесь. Вы точно определитесь с этим, да, что к прошлому вы не вернетесь. Здесь явно у человека был выбор, вернуться, не вернуться. Два пути рассматривали, но назад точно не повернете, потому что карта суд – это перезагрузка. Карта сила – человек находит в себе ресурсы, появляется уверенность в завтрашнем дне, и вы идете пока в одиночестве, но все-таки идете по новому пути. События. События, которых еще не ждете. Ой, какие отношения здесь были замечательные, но разрушились. У кого как проиграется, у кого-то семейные разрушились отношения, у кого-то деловые, просто, да, отношения, которые были для вас ценны. Может быть, между родственниками. Какие-то связи родственные разрушились, башня, да, это всегда разрушение, это какие-то потери, это эмоции, это что-то, что было непрочным. А на самом деле разрушается лишь то, что изначально не было прочным, не имело фундамент, не имело базиса. Отношения разрушаются тогда, когда люди находятся на разных полюсах. Да? Вы пытались, да, что-то вкладывать в это, создавали какой-то фундамент, но это не получилось не потому, что вы плохо работали, а потому, что вторая сторона бездействовала. Видите, а вторая сторона, вот она, мужчина, импульсивный человек. Человек, любящий власть, человек амбициозный, человек, который, знаете, любит приводить какие-то интеллектуальные аргументы. Ну, мужчины любят это.
приводить какие-то логически обоснованные аргументы, красиво говорить, но при этом ничего не делать. Такое впечатление, что у вас произошло разрушение отношений, и этот человек, знаете, вот повел себя, во-первых, очень резко, потому что он вышел мечевым. Во-вторых, он как-то очень больно аргументировал, да, словами так оперировал, что это вас ранило. Он, конечно, свою позицию вам высказал, но понятно, что это разрушило ваши отношения. Вы не узнали этого человека. Вроде бы все было хорошо, по десятке кубков, да, это идеальные отношения, это ну, почти идеальный партнерский союз, где взаимные энергии, энергообмен был, да. Тем не менее, разрушилось. Разрушилось это не по вашей вине. Хорошо, что здесь, перемена будет какая-то? Будет какая-то перемена в этой ситуации? Знаете, ну вы гордый человек. Или же в этой ситуации конкретно вы себя повели как человек с таким с жестким стержнем. Вы сказали себе, я не буду под... Или так скажем, да, ситуация меня не сломает. Эта ситуация меня не сломает. Я не буду подстраиваться под это все. Вы пошли своим путем, как отшельник. Я говорю, вам тяжело было. Был застой. Были моменты неопределенности, какого-то ожидания, да, некая такая остановка в жизни. У кого-то, может быть, и лабиринты, тупики проиграются. Но сейчас вы как бы начали движение. И начали вы движение с каких-то финансовых вопросов своих. Это позволило вам обрести независимость. Вы этому довольны. Вы этому рады. Вы это заслужили. Вы шли к этой цели. Угу. Но я скажу так, ваше одиночество, оно заканчивается. Вы все равно придете к партнерскому союзу. Потому что одиночество, оно вам не по судьбе. Сейчас, возможно, вы так не думаете, ощущаете внутреннее одиночество. Но в карте десятка пентаклей можно смело говорить о том, что очень скоро вы обретете вторую половинку, вы заключите партнерский союз какой-то, да? Вы будете совместно с кем-то решать поставленные задачи. Возможно, по этой карте просто будете логически верно выстраивать отношения. Логически верно, то есть используя прошлый опыт, сделав выводы из прошлого. Сейчас вы будете уже не на эмоциях действовать, а исходя из логики, исходя из каких-то соображений стабильности. Вам нужна стабильность, вам нужны гарантии, вам нужно чувствовать уверенность в человеке. И вы это обретете. Десятка пентаклей, замечательная карта. Но сейчас вы не ждете этого. Сейчас вы в одиночестве стараетесь, знаете, вот как корабль в свободном плавании. Вам хорошо от этого. Но одновременно, конечно, и страшно. Страшно кому-то поверить, страшно довериться. А вдруг не получится и так далее. Сомнения, страхи, да, неопределенность некая присутствует. Еще чего не ждете, но случится, но это произойдет. Так, интересная история здесь. Знаете, вы не будете ждать от себя того, что вы в будущем сделаете. Вы делаете какой-то мощный рывок на свободу. Вы разрешаете себе уйти от того, что вас удерживает в каких-то рамках. Зависимые отношения. Либо же ситуация, которая очень на вас давит. Вы понимаете, что люди на вас давят, обстоятельства, что вам некуда от этого деться. Но вы сделаете рывок навстречу. Это будет какое-то, опять же, новое начало. Прошу прощения. Рыцарь мечей.
новое начало, это будет новый путь, это некая неизвестность, которая будет и пугать, и притягивать одновременно, но в любом случае, опять же, вам будет легче. Этот путь не будет простым, но на нем вам будет легче, потому что к вам пойдут деньги, во-первых, материальное благополучие. И вы будете удивлены этому моменту, что, выбрав этот путь, уйдя практически в неизвестность, можно сказать, в никуда, вы обретаете стабильность финансовую. Девятка пентаклей, восьмерка кубков, уход от чего-то во что-то новое, где будет успех финансовый в том числе. И вообще карта данная указывает на гармонию, на жизненный такой стимул, позитив, на процветание, на развитие, да, личностное, на личностный рост. От себя этого сейчас вы не ждете, но вы как-то решитесь очень быстро на это, очень быстро, потому что вы устали быть вот в этом состоянии. Пятерка мечей — это борьба с людьми, с обстоятельствами. Возможно, отстаиваете свою точку зрения. Вокруг вас несправедливость, да? Вы с этим боретесь. Но при этом вы так ничего и никому не доказали. И вы просто уходите по восьмерке кубков, да, в другое плавание. На какой-то новый путь переходите. И все, ваша жизнь стабилизируется. Вам становится хорошо, легко, комфортно. И денег вам хватит, не переживайте. Ну, давайте посмотрим, чего еще не ждете. Да что такое? Так, чего не ждете? Вот решимости не ждете от себя, видите? Карта маг. Возможно, вы привыкли уже долгое время жить в обстоятельствах, которые вас подавляют. Вы свыклись с этим. Но решение, важное решение по тузу мечей, которое вы примете, причем примете это верное решение, по жрице, да, интуитивно верное решение, оно приведет вас к успеху, приведет вас к внутренней свободе. Вы поймете, что вы творец собственной жизни. Вы поймете, что можно жить по-другому, можно быть свободным человеком и не позволять кому-то ставить себя в зависимость. Видите, приходит время освобождения для вас. Вселенная дает вам шанс освободиться от гнетущих обстоятельств. Да, время сейчас непростое. День ото дня не легче, час от часу не легче. Каждый день какие-то новости, да. Но кризисное время, оно, вы знаете, очень мощно меняет жизни, да, людей, судьбы людей. И эти перемены коснутся всех. Вы не смотрите, что это общий расклад. Информацию каждый услышит по-своему. Суть одна. Судьбы людей меняются в такие периоды жизненные. Очень серьезно. Потому что, ну, не может человек не меняться, когда меняется все вокруг него. Обстоятельства от нас не зависят. Мы ничего не можем изменить. А значит, все идет к чему? К глубочайшей трансформации в нашем сознании. Примите решение, оно вас освободит от каких-то зависимых обстоятельств. Абсолютно верное решение. В принципе, можно было бы и давно его принять, но каждый приходит, понятное дело, к этому в свое время. Совет вам. Совет для вас. А совет — не медлить, не оттягивать время. Восьмерка жезлов. Действовать быстро, целенаправленно, динамично, на позитиве, да? Тяжело позитивно мыслить. Заставляйте себя это делать. Заставляйте себя смотреть на мир более оптимистично. Не хочется ничего делать, заставляйте себя что-то делать, да? Активность, движение. Вот два таких момента, которые человека выводят на иной путь. Поднимают его выше на ступень. У вас все будет по двойке кубков. Партнерский союз, который вы когда-то потеряли, у многих восстановится со временем. У кого-то будут новые отношения. Не это важно, да, знать, прошлое или будущее, или человек из будущего. Важно, что вы будете не в одиночестве.
Измениться все может в один миг. Если вы сейчас убеждаете себя в том, что ничего не изменится, это не значит, что так и будет. Нет. Есть обстоятельства, не зависящие от нас, которые меняют судьбы людей. И иногда, знаете, такой перелом происходит, что диву даешься, и люди опять соединяются. Поэтому все может быть. Не надо убеждать себя в чем, не нужно пытаться настаивать на какой-то своей позиции. Мы не знаем, где правда, знает только Вселенная, только Создатель. Все в вашу жизнь вернется. То, что вы потеряли, то, что у вас украли, если поступили с вами как-то некрасиво, нелицеприятно, не отчаивайтесь, справедливость восторжествует. И к вам вернется ваша потеря. Потому что нельзя потерять навсегда то, что дается тебе при рождении. Итоговая карта. Да, продвижение, развитие, самореализация. Карта колесница, замечательная карта. Да? Вы сделаете какой-то гигантский шаг вперед в своей жизни. Но сейчас вы в это не верите. Вы думаете, что все вот на этом... Активный период в вашей жизни закончен. Не закончен. У вас будет очень активное, динамичное продолжение. Скорость будет увеличиваться очень скоро. Скорость, динамика, развитие, события будут быстро сменять одно другое. Вот о чем карта. Таким образом, вас Вселенная выводит на новый путь. Пытается вам показать, что вы убеждаете себя очень зря в том, что ничего уже не будет. Вот такой расклад. Надеюсь, информация была для вас полезной. Всех благодарю за просмотр и прощаюсь с вами совсем ненадолго.